Здорово, народ! С вами Bad Hard Play и это игрушка A2481. Так, игрушку я скачал в Play Market от известной студии A-Gaming, которые делали Paranormal Territory и тот же репортер. Ну, кто-то, может быть, слышал. Так, давайте-ка посмотрим. Заметки Кириллова. Особо секретный объект советских времен под кодовым названием А2481. Где, по вашим данным, с начала 1977 года проводились секретные эксперименты по воздействию на разум человека? С целью дальнейшего контроля разума людей по всей стране, бункер был опечатан 26 марта 1978 года по приказу Верховного Главнокомандующего СССР. Все детали эксперимента были засекречены, а бункер был опечатан. Но эксперименты в этом направлении, по всей видимости, не прекратились. Я должен узнать, что там произошло. Артём подкинул мне из секретного архива координаты бункера. Завтра сдвигаюсь туда для журналистского расследования. Отлично. Я думаю, это будет круто. Блин, ну, кто играл в репортера, в принципе... Не входить без разрешения. Ух ты. Здравствуйте. Начинается дикая жесть. Кто-то тут ходит. Блин, графика мне нравится. Графика классная. Но тут ничего интересного нет, да? Да. Можно приседать, можно присаживаться. Прикольно, мне нравится. Персонаж может бегать, приседать, присаживаться и так далее. Так, что это у нас? Совершенно секретно. Старшему научному сотруднику объекта Астахову С.И. от генерала КГБ Ольгина. Приказываю в кратчайшие сроки разработать методику психического воздействия на человека с целью дальнейшего управления сознанием граждан... сознанием гражданам страны Р. Для достижения данной цели разрешаем применять все методы и действия в отношении персонала и военных на объекте. Информацию о ходе продвижения работы докладывают каждые 24 часа в центр. Окей. Пустая бумажулька. Слишком много секретных документов. Так, первая группа подопытных пациентов стала вести себя более раздражительно. Настроение резко переменчивое, от агрессии до меланхолии. Вторая группа, которой доза препарата не увеличилась, ведет себя все так же пассивно. Через 17 часов приступим к обработке подопытных ультразвуковыми волнами. Посредством телевизора, установленного в холле на нулевом этаже. Окей. Так, продолжаем проводить опыты над пациентами. Первые пробы не дали положительных результатов. Подопытные люди не проявляли агрессии к своим сожителям. Они все так же мило общались, рассказывая душевные истории о своем прошлом. В 21.00 начинаем усиливать дозу препарата. Хорошо. Клапан, ух ты. Блин, мне нравится, что все на русском. Это обалденно. Так, ну естественно, загадочки пошли. О, гимн Советского Союза. Супер. За коммунизм. Так, ладненько. Давайте ускоримся. Все, пацаны, я включил электричество, можно валить отсюда. Так, а где выход? Сюда пройти нельзя, ладно. Давайте-ка сходим, посмотрим, что там. Жуть, как интересно.
Нет энергии. Серьезно, я ж только все включил. Да, друзья, это у нас первый взгляд. Если хотите, мы можем на стриме ее пройти полностью. Сейчас мы просто побегаем, посмотрим, что тут есть. Но, блин, как мне это нравится. Обалденная игруха. Как, впрочем, и все игры студии Агейминг. У них очень высокая планка. Так. Главное, чтобы током не шибануло. О! Высоцкий. Прикольно. Не, бункер на самом деле прикольная локация. Такие... как правильно сказать, плакаты советского образца. Ну, это здорово. Ладненько, пройдем еще, посмотрим. Так. Результат превзошел многие ожидания. Это просто потрясающе. Мы смогли внушить первой группе людей, что их лучшие друзья стали врагами. Ссоры и скандалы нарастают, а точки соприкосновения их интересов полностью утеряны. Мы смогли осуществить прорыв в области управления разумом человечества с помощью обычного телевизора или радиоприемника. Кстати, есть ошибки в тексте, я вижу. Мы смогли, ну, четвертая строчка снизу. Бывает. Так. Так, перемещайте пальцем по левой части экрана, поворачивая диск. Так, ну взломщик из меня, конечно, говно. Как мне взломать сейф? Я ж не взломщик. Ёпте. Здравствуйте. Так, теперь в другую сторону, правильно? Так. Ага, я понял. Открылось. Сразу Эники. Бенники. Ели вареники. Идеально. И что это значит? Окей. Может, электричество заработало? Ну, сходим, посмотрим. Давайте ускоримся. Так, я туда бегал. Может быть, там что-то заработало? Но это не точно. Аккуратненько. Да, я угадал. Подожди-ка, давай еще раз. 10 попыток. Так, это сюда. Это как-то так должно быть, по идее. Но это не точно. Так, погодите-ка. У меня еще одна попытка. Давай еще раз. Так, аккуратненько смотрим, что куда.
идеально. Друзья, в общем, такая вот игрушка. Если интересно, пишите в комментариях «хочу стрим», и мы на стриме ее пройдем целиком. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока!